Из мебельных щитов, куска фанеры и пластиковой трубы я сделаю мини-бар. Здесь будут храниться бутылки, а из этой детали я сделаю органайзер для бокалов. Мне нужно сделать отверстие и два пропила. Вот что у меня получилось. А сейчас я буду красить. Все деревянные детали будущего мини-бара я покрашу с одной стороны золотой акриловой краской, а с другой – черной грифельной. После того, как грифельная краска высохнет, на ней можно будет писать мелом. Ну вот, все детали высохли. Сейчас сюда я приклею светодиодную ленту и соберу корпус будущего мини-бара. Закреплю детали на горячий полимерный клей и гвозди. После того, как я соберу корпус, я покрою его вторым слоем грифельной краски. Помните про пластиковую трубу? Я отрежу от нее фрагмент длиной 29 сантиметров. И таких бутылкодержателей мне нужно сделать 5 штук. Теперь эти детали нужно склеить. Эти детали мне нужно покрасить золотой алкидной краской и закрепить внутри корпуса. Это меловой маркер, по сути, жидкий мел. Как вы видите, на этой грифельной поверхности можно писать, стирать и снова писать. Здесь можно хранить бокалы, а здесь бутылки. Как вы видите, дизайн – это не то, как предмет выглядит, а то, как он работает. С вами был Сергей Трегубов. Скоро увидимся. Пока.